И всем привет, друзья! С вами Вероника, и вы на канале Орео Вероника. И сегодня я с девчонками решили посмотреть все фильмы про магию и колдовство. Круто, правда? Если вы тоже любите смотреть разные фильмы про колдовство, то поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Ну что, Вероника, давай смотреть? Давай. Ну что, девчонки, что посмотрим, Гарри Поттера или что-то другое? Не, про Гарри Поттера я уже 1000 раз смотрела. Давай посмотрим что-то другое. Саш, а ты как думаешь? Да, согласна. Вероника, а как ты думаешь, что лучше посмотреть? Вероника, ты где? А куда она делась? Она только что тут была. Не знаю, пойдем поищем. Пошли. Вероника, ты где? Вероника! Да тут я, что вы кричите? Ой, а что это у тебя? Странно как-то, откуда здесь эта палочка взялась? Вероника, мы к тебе пришли фильм смотреть, а ты тут всякие палки рассматриваешь, пошли уже. Да, согласна, пойдем. Нет, девочки, когда мы сюда заходили, ее тут не было. Странно, откуда она тут появилась? Может, она волшебная? Вероника, перестань, она конфеты точно не наколдует. Жаль, а я бы сейчас какой-то печеньки съела. Девочки, получилось! Как это вообще возможно? Вероника, ты с нас прикалываешься? Нет, честно, посмотрите сами. Обычная палочка, ничего особенного. Не похожа она на волшебную. Угу, кривая и тонкая какая-то. И вообще, ну она не может быть магической. А что вы хотите, с разными узорами и перьями феникса? И что с ней нужно делать, чтобы еду заказать? А ты просто ей тряси и говори, что ты хочешь. Хочу наконец-то смотреть фильм и попкорн, а то мы купить забыли. Попкорн, айпад, девочки, у нас получилось! Реально работает. Я и не думала, что это возможно, но это реально. Девчонки, смотрите. Что-то похолодало. Хочу плед или что-нибудь тепленькое. Плед! Работает! Хочу тоже что-то заказать. Хочу смотреть Гарри Поттера и колу. Девчонки, у меня вышло! Класс! Получилось! Вышло. Ладно, давайте наконец-то смотреть фильм. Да, давай. Только на чем будем смотреть? На ноутбуке или на планшете? На ноутбуке, на нем экран больше. Хорошо. Как же я хочу, чтобы эта палочка была моей. А можно мне ее погладить? Или в руки взять? Нет, мы же фильм смотрим. Да, но зачем нам смотреть фильм про волшебников, если мы сами можем творить чудеса? В смысле? Ты о чем? Я о том, что нам с этой палочкой теперь ничего не нужно делать. Можно теперь целыми днями лежать на диване и смотреть фильмы, кушать всякие вкусняшки и совсем ни о чем не париться. Как-то это неправильно. Я тоже думаю, что это глупо. Когда у тебя есть возможность править целым миром, ты хочешь лежать на диване? Саша, ты что, хочешь править всем миром? Ну да, а почему бы и нет? У нас есть самая мощная магия в мире, а мы на ней какие-то печеньки делаем. Нет, так не годится. Я точно знаю, как ее правильно применить. Эй, нет! Да какой из тебя правитель? Да что вы как бабы на базаре? Давайте мирно все решим. Представляете, палочку, которую я нашла, волшебная. И теперь из этой палочки мы с девочками поругались. Сильно поругались. Соня хочет всегда, каждый день лежать на диване, есть вкусняшки, ничего не делать. А Саша хочет завладеть всем миром. Всего лишь. А я хочу просто посмотреть фильм в компании своих подруг. В общем, ребята, как бы вы хотели использовать волшебную палочку? Как я? Как Саша или как Соня? Ладно, а я пойду попробую забрать у них палочку.
Вы не забывайте поставить лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. А я пошла. Моё, не хочу ничего делать. Нет, хочу править миром. Дайте мне, я её первая нашла. Она сломалась. О нет, не видать мне мировой власти. Вот печалька. Печалька – это то, что мне придется идти учиться, поступать в универ и работать. Девочки, посмотрите, какой бардак. Это все из-за того, что мы сломали палочку. Может, она все-таки работает, и мы сможем убраться не своими силами? Ну, не знаю. Попробуй проверь. Печеньки, печеньки, печеньки! Похоже, не работает. Жаль, идея была хорошей. Вероника, ты такая расстроенная? Да. Потому что тут надо убирать, а то меня родители ругать будут. Ладно, пойдем, я тебе помогу. Я тоже, вместе веселей. Ладно, пошлите. Девчонки, мы это сделали. Да, наконец-то. Угу, я так устала. Идеально. Ну что ж, пойдемте посмотрим фильм. Да, пошлите. Ну что, ребята, вам понравилось наше сегодняшнее видео? Если это так, то поставьте лайк этому видео прямо сейчас и подпишитесь на мой канал. В следующем видео вас ждет много прикольного и интересного. Ну а с вами была Оля и Вероника. Всех люблю и всем пока-пока! Решили посмотреть все фильмы про колдовство. И сегодня с девчонками... Решили посмотреть все фильмы про колдовство. Обычная палочка, ничего такого. Мне кажется, она не похожа.